Привет, друзья! С вами Наталья Черпи и Черри. Он там вот разбирается с моим хвостом. Мы желаем вам от лица нашего всего теремка, всего зоопарка в количестве 28 животных крепкого-крепкого здоровья вам, вашим близким и вашим питомцам и мирного неба над головой. Это самое главное. Все остальное обязательно приложится, да, Черпи? Дело в том, что у нас давно не было видео на канале именно по причине здоровья. Питомцев много, естественно, приходится посещать ветврача достаточно часто. Но сейчас как-то все накопилось, знаете, как снежный ком. Все катится, 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 все что-то прибавляется. Мы два раза были уже. Так, мне сейчас волосы полностью испортят. Мы уже два раза были в скорой помощи с питомцами. Вот. Но мы стойкие, мы лечимся, да, все у нас обязательно будет хорошо, да, черпи, да, черри. Вот, ну вы же простите, что видео пока не выходит, потому что когда они болеют, мне не до этого. У меня нет на это ни времени, ни душевных сил. Они болеют, и я болею. Им плохо, и мне плохо. Так что все видео перейдут плавно на следующий год. Очень много всего интересного будет. Так что запаситесь терпением, ребят. И я желаю еще, чтобы все плохое осталось в этом году, а все только хорошее, только замечательное, только самое лучшее перешло и получилось у нас в следующем. Все, до встречи в новом году. Пока-пока.